Всем привет! Вы на канале Andrius Crypto News, и я вам хочу сказать мое мнение по поводу будущего криптовалюты XRP. Кстати, многие думают, что данная криптовалюта обречена на провал, то что она не сможет уже вырасти или даже преодолеть свой максимальный этап, который имела в 3 доллара. Сейчас, так, для сравнения, всего лишь пол бакса ее стоимость. Значит, мое мнение таково, что данная криптовалюта, она в принципе разработана для того, чтобы банки, которые проводят, соответственно, переводы счета, используя ее для автоматизации своих процессов, но при этом сгорает, собственно, и криптовалюта. То есть, в принципе, дальнейшее развитие возможно только в том случае, если данная платформа, данная компания будет заключать договора со множествами банков, то есть использование ее по максимуму. И естественно, сама стоимость будет расти, если будет уменьшаться количество монет. То есть взять для примера биткоин, который еще 10 лет назад стоил просто копейки по сравнению с нынешними его величинами. То есть 60 тысяч долларов сейчас стоит биткоин. И почему многие думают, что, к примеру, через 10 лет примерный возможный вариант событий не сможет иметь успех и данная криптовалюта XRP Ripple? Видите, ее максимум был в обращении 100 миллиардов монет, сейчас 45. Рыночная капитализация 22 миллиарда долларов. То есть это говорит о том, что с учетом времени в обращении будет становиться все меньше монет. А значит, именно люди, которые будут ее держать, даже я не говорю про торговлю, про трейдерство, а просто инвестировали определенную сумму денег и будут ее держать для лучших времен. То есть через 10 лет ее стоимость может быть гораздо выше. И этот вариант событий очень даже многовероятен и имеет плодотворный успех. Потому что только подумайте, с учетом времени, в принципе, любая криптовалюта растет. И XRP это вам не какой-то новенький альткоин, который вышел буквально месяц назад. Это валюта, которая, в принципе, в будущем будет иметь успех. И только от вас зависит, что в ней будет, что вы сможете от этого получить в будущем. Потому что все мы растем, все мы плодотворно движемся вперед. И, соответственно, люди, которые думают с головой, которые соображают и представляют то, что смогут от этого изменить свое будущее, жизнь, именно восприятие действительности, смогут и получить тот самый профит, о котором так они и мечтают. Всем пока!